Лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Елена Андреева на очередной встрече с трудовым коллективом машиностроительного конструкторского бюро «Факел» рассказывает о том, как важно принять участие в голосовании за инициативы, которые позволяют сделать «Химки» еще более комфортным. Уже вовсю идет голосование за социальные инициативы, которые химчане, в том числе и работники «Факела», предлагали в течение 3 месяцев. Кого интересуют те или иные инициативы, надо поддержать для того, чтобы они продвигались дальше и чтобы наш город становился еще лучше. По словам Марии Березеско, инициативы уже воплощаются в жизнь. Так, в начале мая заработал речной трамвайчик, а через 2 недели запустили патриотический сайт «Все для фронта, все для победы». Также в рамках проекта «Химки. Интересно жить» проводят благоустройство отдельных микрорайонов. Впрочем, десятки других предложений, в том числе и от сотрудников МКБ «Факел», находятся на этапе голосования. Например, в эту субботу у нас активное озеленение проходило на территории ЖК «Две столицы», «Солнечная система». Мы посадили там более 200 деревьев. Сотрудники «Факела», завода «Факела», выдвигали одну из социальных инициатив – это парковка. К сожалению, очень большая сложность с тем, чтобы припарковать свой автомобиль. Именно от общественной поддержки будет зависеть очередность реализации тех или иных инициатив, говорит лидер движения социально значимых инициатив Юлия Ишкова. Необходимо зайти на сайт и проголосовать за ту или иную инициативу. Все эти инициативы, они разделены по микрорайонам. То есть, если человек проживает там на левом берегу, соответственно, это левобережная инициатива. Если это новые Химки, это Новогорск-планерная. Но также есть и общегородские инициативы, за которые также может проголосовать любой желающий. Отдать свой голос может любой житель города. Для этого нужно пройти простую регистрацию на сайте «Хижонлайн» и выбрать понравившийся проект.